Екатерина Тесленко развивает детский спорт в Самаре. С 2016 года начала обучать юных атлетов прыжкам на батутах. Через год оформила индивидуальное предпринимательство. За поддержкой для своего бизнеса обратилась в городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. Мы готовим детей к соревнованиям. Это вообще олимпийский вид спорта. Поддержка, которую нам произвели, да, в виде субсидий, в виде грантов, нам очень полезна и очень мы в ней нуждаемся. Побольше бы таких субсидий и грантов. Муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего предпринимательства действует в Самаре уже не первый год. Предпринимателям оказывается поддержка различных видов, в том числе и финансовая. Речь идет о возмещении понесенных затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Получить грант можно на сумму до 300 тысяч рублей. Если организация зарегистрирована в Самаре, не находится в реестре недобросовестных поставщиков и имеет действующий кредит на сумму более 500 тысяч рублей. Программа будет действовать и в следующем году. С января месяца мы начнем принимать заявки. Будет все это разбито на несколько этапов. То есть первый этап весенний, второй летний, ну и третий осенний. В этом году подсчет еще ведется, но тем не менее 65 предпринимателей получат данную поддержку в этом году. На следующий год мы сумму поддержки увеличиваем более чем на 60%. Также для поддержки малого и среднего предпринимательства в Самаре работает бизнес-инкубатор. Здесь помогают не только открыть, но и развить свое дело от написания бизнес-плана до предоставления помещений для проведения мероприятий. И все это бесплатно. Мария Левина, Максим Гусев, События.